Здравствуйте, это программа «Кабинет», и меня зовут Артем Петров. И в продолжении беседы с вице-министром здравоохранения и социального развития Алексеем Цоем мы затронули тему вакцинации. В Казахстане возобновили дополнительную иммунизацию против кори. Это внеплановая вакцинация. Дело в том, что уровень заболеваемости кори в нашей стране увеличился сразу в 13 раз. Сейчас Министерство здравоохранения и социального развития формирует специальные бригады, которые будут работать в школах и детских садах. Медики отмечают очень важный момент. Вакцинация против кори, которую применяют в нашей стране, абсолютно безопасна. И по данным Всемирной организации здравоохранения, отвечает всем международным требованиям. Пожалуй, одна из самых главных тем для споров между врачами и их пациентами – это тема вакцинации. Вот какая работа в этом направлении ведется, в частности, разъяснительная? Вы правы, это одна из обсуждаемых тем, но вакцинация является одним из важных направлений вообще в целом в системе здравоохранения, является профилактической направленностью в здравоохранении. В настоящий момент в Казахстане разработана национальная программа по иммунизации, которая соответствует всем международным стандартам. Всемирная организация здравоохранения, она по набору вакцин имеет аналогию с Великобританией, Швецией, с Японией, да, за исключением каких-то узких страновых таких компонентов, но в целом эта система, она соответствует всем международным стандартам. Для чего нам нужна вакцинация? Это предотвращение опасных инфекционных заболеваний, то есть это мировые вызовы, и все вы знаете, вспышки этих заболеваний уносят миллионы жизней по всему миру, и это большое достижение, если страна может себе позволить введение такой программы иммунизации населения. Что она позволяет? Один из примеров – это полностью побороли вирус полиомиелита, да, в стране, и здесь это большое достижение. Все наши вакцины, они все сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Мы не закупаем ни одной вакцины, которая не прошла проверку и не рекомендовано Всемирной организации здравоохранения. То есть это все выверенные вакцины. Ну, соответственно, здесь есть гарантия безопасности. Очень важный момент по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Мы должны поддерживать высокий процент иммунизации нашего населения для того, чтобы поддерживать вот эту вот благоприятную обстановку внутри страны. Если мы не будем иммунизироваться, то возникает опасность для развития вот этих инфекций. Наши дети, если они не будут вакцинированы, и все мы с детства получали эти прививки, и сейчас мы, в принципе, чувствуем себя нормально, да, поэтому и наши дети также, они проходят эту вакцинацию поэтапно. Это такой фундамент нашего такого хорошего, здорового государства. Вот если родители по той или иной причине не смогли вовремя вакцинировать своих детей, вот как им сейчас поступить? Они всегда могут обратиться по месту жительства в территориальную поликлинику, и там уже в зависимости от карты вакцинации можно будет понять, что нужно делать на каждой территории. Специалисты, они посоветуют, как это сделать. Но в целом сейчас в Казахстане идет стабильный охват вакцинирования, порядка уже больше 85% населения, они все у нас вакцинируются, и здесь нет таких больших проблем, да, то есть когда мы критическая масса населения, она вакцинирована, то такой угрозы в целом по распространению инфекции большой нет. Конечно, если есть где-то моменты, когда упускается, там кто-то в отъезде, но это всегда можно наверстать и подобрать специальную схему именно для данного пациента. А вот расскажите немного об обязательных вакцинах, которые нужно внести, и период, когда нужно их вводить.
ежегодно есть определенный график очередности, периодичности этих всех вакцин. Сейчас, на настоящий момент, у нас есть дополнительная иммунизация. И, как вы знаете, 1 октября будет продолжена дополнительная иммунизация против кори. Охватывается дети или подростки от 15 до 19 лет, то есть вот эта иммунная прослойка, которая требует вакцинации. Вы все знаете, что корь в взрослом возрасте, если человек заболеет, то он ее переносит очень сложно, большая вероятность того, что могут быть летальные исходы. Поэтому очень важно, чтобы дети, те, которые не получали свое время вот эту вакцинацию, они получили. И вот сейчас над этим мы активно работаем. И с 1 октября наши врачи в поликлиниках, на местах, они вот сейчас работают, массово все разъясняют это населению, насколько это безопасно, насколько все это проработано, смотрят, есть ли противопоказания у данной группы лиц. Работают с разъяснительной работой. Ну, то есть здесь сейчас активно ведется пропаганда, информирование в средствах массовой информации. И я думаю, что эффект от этого мы тоже получим, потому что сейчас рост заболеваемости корью, к сожалению, он у нас возрос. И нам нужно как-то на это реагировать, потому что иначе может быть дальнейшая вспышка. В учебных заведениях ведется работа по вакцинации? Конечно, охватывается все население. Да. Вот если сейчас мы говорим о вакцинации дополнительной против кори, аналогично в каждом учебном учреждении есть медицинские специалисты. Они работают непосредственно с нашими территориальными поликлиниками. Все дети, которые учатся, они находятся на учете. И когда подходит время, это своевременно идет оповещение населения, вызывается индивидуально каждый ученик. И, в принципе, это все ведется. И внутри учебного учреждения это как бы ведется под особым наблюдением. И специально есть закрепленные люди, которые занимаются непосредственно там с учащимися. Дабы подытожить наш разговор, расскажите немного вообще об планах, конкретных задачах, которые поставлены главой государства перед Министерством здравоохранения непосредственно в этом году. Как вы знаете, за последние 5 лет у нас есть хорошие сдвиги, то есть построено колоссальное количество медицинских объектов, проведена реконструкция этих объектов, внедрены новые уникальные технологии, высокотехнологичные медицинские манипуляции. За последние 5 лет, допустим, кардиохирургические операции и интервенционные вмешательства, они увеличились с 7 тысяч до 70. Если мы раньше не делали трансплантацию органов, то по итогам 2014 года мы уже имеем порядка 222 трансплантаций органов. Это легкие, печень, почки. Раньше эти процедуры и эти операции делались только за рубежом. Сейчас их уже делают самостоятельно наши медицинские организации. Много новых технологий, которые вошли в повсеместную практику. Материнская смертность за последние 5 лет вдвое сократилась. На 70% сократилась младенческая смертность. Туберкулез тоже порядка 40% мы уменьшили. То есть сейчас идет позитивная динамика, в том числе по продолжительности жизни населения. Тоже порядка более 3 лет уже продолжительность жизни за последние 5 лет увеличилась. То есть, соответственно, главу государства поручено эту тенденцию сохранять, выполнить все поставленные задачи, которые обозначены в государственной программе, ну и, соответственно, разработать новую программу, которая будет таким естественным продолжением предыдущей программы «Саламаты, Казахстан». Алексей Владимирович, спасибо большое за ваши ответы. Удачи вам в ваших делах. Взаимно. До свидания.